Джингтен Ивел Хром Татар театр санатынын фаалиетинин окренирек профессионал театрымызны инкишафына буюк иссе кошкан актерларынын аятварына да айры дихат айырмах керекмиз. 1923 сенеси Ахмеджит драма театрынын бинасында Хром Татар драма театрынын труппасы да чалышайды. Шу труппада мешур Хром Татар актрисасы Нурия Жетери баш роллерини ойнап Шаншурет Хазанды. Нурия Жетери, Кырым татар актрисасы, оюнчу. О, 1912 сенеси, январь 11 күнү Бахчисарай шыырында Фатма ве Джелил Османовларнын айлесинде 11-нчи бала болуп доогду. Анасы эл иши устасы, бабасы исе Фурунхане сайыбы болуп сеяат этмеге севген бир инсан эди. О, аджыларны Меккеге алып барган. Нурия Жетери диний мектепте тасил ала. Ярым жыл ичинде Курандан баягы сүрөлөрнү эзберден билген. Анасы вефат эткен соң 8 жашындагы кызчык башка айлеге түшө. Вакыт кечтүкчө о 7 жылдык мектепни бүтүрө. Бир күн Ахмеджитте театр окуу йортунун Кырым татар бөлүгүнө талебелер кабыл этиле деген илянны көрө. Веттамам шу илян онун аятыны да деништире. Она является выпускницей Симферопольского татарского театрально-музыкального техникума. И уже с 1925 года она была принята в состав труппы нашего Крымского национального театра. То есть с 1925 фактически до 1941 года она играет в составе труппы нашего национального театра крымско-татарского и очень быстро вливается в число ведущих актрис театра. Таким образом, она сыграла как в классическом репертуаре, в постановках театра, так и в национальных пьесах. Достаточно привести такие спектакли, как «Бахчисарайский фонтан» по пьесе Беньяша. Если это классические постановки, то это «Собака на сене», где она сыграла роль Дианы. Пьеса по Шекспиру, Гамлет, роль Офелии. То есть такие вот очень ведущие роли, главные роли в постановках. Егерманджи Асырнан, Егерма Отус Сенелера, Кырым Татар Ренессанс Девры деп айтмах мумкундур. Бу вакыт ичинде Кырым Татар тилинде юзлерче милли ве дунья классикасынын пьесалары саналаштырылды. Кырым Татар театры Русия ве дунья саналарынын тежрибесине эсасланып, классик репертуарны заманевий шекилге чевирмек тырышты. Демек бу заман театрымыздын инкишаф эткен ве гуллеген заманыдыр. И очень интересно нам, исследователям, сегодня прочитать рецензии, которые вот были опубликованы на страницах периодической печати. В частности, о гастролях нашего национального театра на сцене в Севастопольском театре, где рецензенты отмечают, несмотря на то, что театр только нарастает его развитие, профессионализм, что они приехали с гастролями в Севастополь и привезли в Севастополь вот свой премьерный показ. Это пьеса по одноименной поэме Пушкина «Бахчисарайский фонтан». Автор пишет, что из исполнительниц женских ролей хотелось бы отметить актрису Нурие Джетере, так как роль Заремы сам автор Пушкин, он вкладывал в этот образ очень много лирики, очень много... Это апоэтизированный образ, и актриса Нурие Джетере очень точно передает идею как Пушкина, так и автора пьесы Раисы Беньяш. Автор рецензии подчеркивает мастерство, талант самой актрисы, и даже вот такие строчки там есть, что обладая прекрасными внешними данными, актриса вкладывает очень много лиризма. И нельзя без волнения смотреть на ее игру. Бундан да кайры Нурия Жетери ажайып бир оюнчу оларак Москва ве Ростов шаарларында кечирилген ярышларнын фааль иштиракчысы ве галиби эди. 1932 сенеси исе о Дагыстан СССРнын халк артисти Сервер Жетеринин айле хура. Это был такой тандем, можно сказать, и
духовное и творческое, они совпали. Кстати, вот в этом спектакле «Бахчисарайский фонтан» одним из режиссеров этого спектакля был ее супруг Сервер Джетере, который также был и актером, и режиссером. Мы знаем, что Сервер Джетере, он участник Великой Отечественной войны. Затем он, его карьера, кстати, прошла более, можно сказать, успешнее. Он в театре также работал потом в Дагестане. Известно другое амплуа актрисы. Известен был такой состав, трио. Наша певица известная Сабрия Реджепова, они были ровесниками. Известный скрипач-виртуоз Аппас Меджид. И, как танцовщица, в этом трио блистала Нурие Джетере. В этом составе они участвовали во многих конкурсах в Москве. В частности, также по источникам периодической печати мы узнаем, что она была победительницей на таких конкурсах в Ростове. И вот ее запомнили как исполнительницу национальных танцев. Это визитная карточка крымских татар «Тым-тым» и «Агырова вехайтарман». 20-й асырның 30-й сенелерінің соңында илеріп келген театр санатымыз бірден сөніп башлай. Санада ойнаған белли артистлер, язычыларымыз репрессияға ұғырайлар. Милли театрымызның шекілленуі суни шекілде йоқ етілі. Він дохозис хархсіні синуріє джетеріна нам казанган артист унванана нам з'єте теп костерелер, ама чоха бармай джинг башвана. Ама джингтін сонра халхамызнам башана сургунлюк келе. Ось татасы векачу кызы іле нуріє джетері уралға түші віянда ағыр шарайтлерде орманыларда чалашмаға мечбурова. За эти 16 лет Нурие Джетере показала себя в разных амплуа и в разных ролях. Это, как я уже отметила, и классические постановки, и национальные пьесы. Ролей было на самом деле очень много. За эти годы она создала целую галерею образов. Такое блистательное начало ее карьеры. Оно было перечеркнуто, и уже в депортации она, мы уже из источников узнаем, что она работала помощником режиссера в театре юного зрителя в Намангане. И фактически уже вот на большой сцене, конечно же, ей не удалось сыграть те роли, о которых она мечтала. Вся ее вот профессиональная деятельность, ее интересные работы, связанные с театром, это же наш Крымский театр. Сегодня это театр имени Горького. Омрының байығы қысмыны Нурие ханым тамым санатқа бағышлады. Ве бүгін де бүгін біз мешур қырымдатар актрисасы Нурие Джетеренің адыны бұйук сайғы еле тілге аламыз. Ве оның қатырасыны үрмет әтіп сақлаймыз.